зарегистрировали на этих выборах депутатов Государственной Думы, которые завтра начинаются, вы были третьим номером в общефедеральном списке КПРФ. Очевидно, что вы фиктивный менеджер управления, вот вы нам сегодня здесь показываете все эти красоты. А с другой стороны, мне кажется, очевидно, что после президентских выборов, после этой кампании у вас начались какие-то большие серьезные проблемы. Вы все равно, кажется, если не ошибаюсь, два раза КПРФ пытались вам передать мандат депутата Госдумы. А в этих выборах вы хотели участвовать. Еще, на самом деле, до президентской кампании, во многих региональных кампаниях вы тоже участвовали. Зачем вам политика, зачем вам власть? Знаете, во времена моей юности был такой лозунг: лучше быть активным, чем радиоактивным. Если вы что-то хотите изменить к лучшему, в том числе в своей стране, для своих близких, знакомых, людей, которые, ну, которых вы любите, вы должны что-то сделать. Ну, а как это сделать? Можно легитимным путем пойти на выборы, получить большинство, например, в парламенте, изменить законы и сделать для всех жизнь лучше. Вот у вас бабушка есть? Есть. Какая у нее пенсия? Я не помню. Вот видите. Ну, бабушка у меня работает. Ну, вот она вынуждена работать. Значит, но если средняя пенсия там 12-15 тысяч, как говорят статистические данные, то на эти деньги, естественно, прожить невозможно. Ну, да. И если ты хочешь как-то изменить жизнь к лучшему, ты должен пойти туда. Вот вы уверены в том, что бизнесмены абсолютно защищены в России? Нет, конечно. Ну, вот, вот мы сейчас на себе и на своей шкуре, да, вообще, на самом деле, не только мы, вообще все почувствовали, что без справедливого суда, без нормальных законов, которые позволяют развиваться бизнесу, жить невозможно. Значит, и для того, чтобы что-то поменять, надо куда пойти? Во власть. Значит, и мы это делаем. Другое дело, что власть неадекватна. Ну, я имею в виду правящая верхушка, партия, которая сейчас управляет, она почему-то считает, что любое чужое мнение – это обязательно, ну, скажем так, опасность для нее. Вот. Мы же предлагали правительство народного доверия. У нас есть не только теория, но еще и практически, вот как народные предприятия, такие как совхоз Ленина, там, Звениговский МРЛ, Соли-Сибирская в Иркутской области. Причем все эти предприятия показали прекрасные результаты. У них высокая заработная плата у людей, такие вот социальные программы, как у нас. Но одновременно все, без исключения эти предприятия, находятся под гнетом властей. Кому-то директору, вот, например, в Звениговском, Ивану Ивановичу Казанкову, 2 года условно за то, что он рекультивацией земель занимался. Он говорит, у Соли-Сибирской Иркутской области там 43 миллиарда штраф, и якобы они нарушают экологию. Хотя не нарушали, а теперь нарушают. Вот мы были только что в Красноярском крае, там тоже наш коллега, директор, выдвигается тоже от КПРФ, говорит, тоже огромное хозяйство в Солгон. Ему там приписали черти что. Одному приписали вот тоже Назаровское, что он якобы выпускает плохую продукцию, хотя всегда все было нормально. Поэтому власть действует неадекватно, это не значит, что вы не должны действовать, как вы делаете. А мы делаем следующее. Мы говорим, вот у нас есть программа, есть положительные результаты. Давайте сделаем во всей России так же, как у нас. Территория социального оптимизма. Об этом мы еще тоже поговорим, как я обещал. Мы подробно рассказывали о снятии вашей кандидатуры, не будем останавливаться сейчас, но издание «Медуза», которое признано иностранным агентом, мы обязаны это проговаривать, писало, в частности, со ссылкой на свои источники в Кремле, в этом окружении, что, с одной стороны, Геннадий Зюганов не согласовывал партсписок с администрацией президента, и поэтому ваше появление там было таким неким сюрпризом для Кремля. С другой стороны, Кремль не может вам простить, как пишет «Медуза», опять же, такую довольно успешную кампанию во время президентских выборов в 2018 году. Вы также объясняете ваше снятие? Это, во-первых. А во-вторых, не знаю, вы не пробовали ли какие-то вести переговоры, как-то уладить эту ситуацию? Потому что вот после действительно президентской кампании у вас не получается участвовать в выборах. Опять же, вот та же история с передачей мандата. Да, то понимаете вообще, о чем мы говорим? О том, что оказывается, любая, в том числе оппозиционная парламентская партия, оказывается... Не радикальная, не чужая для она просто власти. Обыкновенная партия, да. Которая имеет просто собственную идеологию, должна что-то согласовывать с кем? С Кремлем. Ну, с администрацией. Но мы же знаем, что такая практика есть. Нет, подождите. Ну, есть практика такая, она порочная. Значит, если ты хочешь, например, вести бизнес, должен пойти договориться с каким-то чиновником, да? А практика такая есть, но она порочна. Мы же живем в демократии. И поэтому в самом вопросе половина ответа уже, что у нас что-то не так в стране. Ну, нет, потому что, ну, слушайте, ну, какая разница, потому что это борьба идеологий, да?
Нет, надо пойти каждого согласовать, по мнению «Медузы» или там кого-то еще. То есть мы уже в каком-то искаженном мире живем. Да, коммунистическая партия – это, наверное, единственная оппозиционная партия, которая действует по принципу демократии. То есть она считает, что это ее дело, кого выдвигать, кого не выдвигать. И, ну, я думаю, что это абсолютно правильно. Хотя, честно, я ни в каких согласованиях не участвовал. Для этого есть партийные лидеры, которые, ну, действуют в соответствии с решением съезда, решением пленума. Это абсолютно правильно, на мой взгляд. А другое дело, что... А чего было обижаться власти, вы говорите, что вот я там... Чем-то... В какой-то момент ваши рейтинги начали расти. А может быть, это не потому, что я такой, а может потому, что они что-то делают неправильно. Потому что я часто говорю, что, ну и все мы считаем, что вот эта вот опасность экстремизма, она на самом деле именно потому, что власть действует как-то, ну, скажем так, ну, не совсем правильно. Потому что, ну, бедный народ... Рано или поздно будет возмущаться, да. Говорит, да, у него есть отдушина, парламент. Если он приходит на выборы и голосует против партии власти, за другую партию, которая предлагает выход из кризиса, то это надо воспринимать спокойно. Это нужно, как это, надо делать работу над ошибками у себя. Вот. А если вы поставили в главу угла там, олигархов, пытаетесь развивать страну, а потом говорите, вот, слушайте, оппозиционная партия виновата, она там что-то раскачивает. Ничего она не раскачивает, она просто говорит, слушайте, ну надо бороться с коррупцией. Надо сделать так, чтобы пенсионеры были богатыми. Надо сделать так, чтобы бесплатное было здравоохранение, образование. Вы против этого? Вот, кстати, об этой риторике. Во-первых, вот как вы все-таки в 2018 году были новым человеком для всей страны, неожиданным в каком-то смысле, и все равно стали довольно популярным политиком. Как вы объясняете свою популярность? Вот несмотря на то, что меня грязью залили полностью. Да, да, были такого толка сюжета на федеральных каналах. Я не помню, кто-то из политологов назвал, говоря о вашем публичном образе, что вы такая смесь Лукашенко и Трампа. Как я это расшифровываю, по всей видимости, Лукашенко не в нынешнем его проявлении, такой образ крепкого хозяйственника, у него картофель, у вас клубника, а Трамп, по всей видимости, это какие-то популистские речи, что вот рабочие места, great Russia again, ну вот в таком духе. Вы так глубоко погружены в, скажем, политиков других стран, я не так глубоко это знаю, я считаю так, что мы предложили выход из кризиса, то есть красные директора, то есть предприятие, которое может обеспечить своим работникам доходы не меньше 100 тысяч рублей, значит, что может обеспечить бесплатным, допустим, образованием или бесплатным здравоохранением при наличии дополнительных источников. Мы показали пример, причем не только мы, а все эти народные предприятия, что даже в этих экономически бездарных условиях, в том числе в условиях экономического давления, можно сделать так, что жизнь людей будет нормальной, достойной. Вот. И это вот сильно разозлило, потому что, значит, ну, если там вы 20 лет у власти, ну, покажите результаты вашей деятельности. Ну да, вот я 26 лет директором, вот результат, вы видите его, да? Угу. Его можно потрогать, пощупать. И сколько вы бы не рассказывали там моим работникам, что вот директор такая сволочь, все увел за рубеж, они-то знают, где живет директор, куда его дети ходят в школу, как он, значит, утром приходит на работу и как он вечером уходит с работы. Тут не обманешь никого. Я всегда говорю, слушайте, в 2018 году у себя на избирательных участках в совхозе я обыграл действующего президента. Почему? Потому что они знали точно, что все, что по телевизору показывают, это было вранье. Но самое сложное – это выиграть выбор у себя в деревне. Знаете почему? Вас знают на 100%, как вы каждый год, чем вы дышите, что вы делаете. Вот. И поэтому дело не в том, что мы какую-то там, ну, скажем так, программу показали. Именно в том, что власть ведет себя не совсем правильно. От нее ожидают другого. От нее ожидают, чтобы власть, все-таки избранная власть, сделала жизнь людей лучше. Согласны с этим? Ну вот и все. Мы сделали жизнь людей лучше. Любой человек, который приезжает в совхоз, понимает, что тут жизнь как-то движется по-другому. Территория социального оптимизма. Про умные голосования. Вчера были опубликованы списки кандидатов, которых поддерживает этот проект Алексея Навального и его сторонников. Во-первых, как вам вообще эта стратегия? Считаете ли вы ее эффективной? Поддерживаете ли? Слушайте, для меня умное голосование – голосование за кандидатов от КПР. Вот в этом смысле я поддерживаю умное голосование, потому что умное голосование – это борьба между... Гуси сразу взбодрились. Ну, это они нас увидели, это приветствовали.
Ну, пойдем посмотрим, чтобы они были спокойны. Так, да, вот. Продолжайте. Так вот, умное голосование – это голосование за кандидатов, которые предложили альтернативную программу «10 шагов к достойной жизни». Вот. Потому что я уверен, что все остальное, что сейчас вот, ну, там, так называемые политические партии, это не больше, чем производные от «Единой России». И, кстати, если вы увидите, как они себя ведут, они все накинулись на КПРФ, значит, и стали ну, по-разному совершенно, но со всех точек зрения КПРФ поливать грязью, оценивать их программу, потому что другой альтернативы нет. Это борьба между капитализмом и социализмом. И вот все 13 партий, кроме КПРФ, ну помните, КПРФ первая в списке, да, это все производные от капиталистического, там, допустим, ну, либерального, как у нас говорят, ну, скажем так, единообразия. Поэтому я не вижу тут проблем. Умное голосование – это голосование за КПРФ. Смотрите, вот вы немного ушли от ответа, мне кажется. Да не, он не ушел. Все-таки умное голосование консолидирует какие-то оппозиционные силы, неважно, системные или несистемные. Вы же не будете отрицать, что у Алексея Навального тоже немало сторонников. И вот как раз-таки большинство кандидатов, которые попали в список умного голосования, это партия КПРФ, из-за чего тоже вчера все, значит, ругались в социальных сетях. Кто ругался? Ну, там некоторые люди, которым, в общем, сложно голосовать за кандидата от КПРФ, которые Почему? Считают КПРФ системной партией власти, связанной с «Единой Россией», которые голосуют также за некоторые репрессивные... Это не моя логика, это я вам вот объясняю. Вы можете рассказывать какие-то вещи, которые какие-то глупые люди пишут. Угу. Коммунистическая партия Российской Федерации доказала своими голосованиями, ну, по поправкам, по пенсионной реформе, по борьбе с коррупцией, о которой, кстати, вы знаете, почему Навальный поддержан, на мой взгляд? Потому что он просто более ярко отвечает, то есть говорит о коррупции. А что, КПРФ не говорит о коррупции? Да, оно предлагало парламентское расследование по Сердюкову, предлагало 20-ю статью Конвенции ООН по борьбе с коррупцией ратифицировать. Она парламентскими методами пыталась бороться с коррупцией. И у нее не получалось, потому что Единая Россия получила большинство. Вот и все. И они блокировали все эти предложения. И поэтому можно пиариться на коррупции, но предложить что-то другое, я имею в виду, помимо того, что борьба с коррупцией, это одна из элементов того, что нужно сделать в стране. И, кстати, не самое главное. Потому что если бы одновременно национализировать все национальные богатства и все направить в бюджет, а из бюджета платить пенсии, бесплатное образование, бесплатное здравоохранение сделать, то есть что предлагает КПРФ. И чего, кстати, вот эти вот ну, сторонники Навального пока не предлагают. Поэтому, еще раз, то, что распиарили... Знаете, чем отличается обыкновенная мышка от Микки Мауса? Пиаром. И больше ничем. Ну, кого-то распиарили, потому что он такой борец с коррупцией. Но на самом деле системно бороться с, ну, с этим с бесправием может только системная партия, это КПРФ. Вот, а как вы видите вообще разрешение политической ситуации, которая сейчас есть? На ваш взгляд, изменится ли все после ухода Путина? Уйдет ли Путин в 2024 году? То есть какой вот политический выход? А при чем тут Путин? Мы же пришли с программой, да? Мы говорим, что слушайте, вот все-таки нужно получить волеизъявление граждан, которые должны принять решение, какую программу они поддерживают. Действующую власть и вот этим безобразием, которое сейчас творится, или нашу программу, которая, ну, грубо говоря, что за СССР, за сильную, справедливую, социалистическую вроде, да? И Путин тут ни при чем, потому что если все люди соберутся и придут на выборы, как это в других странах делается, и после этого власть увидит, что сколько бы она ни фальсифицировала, все равно победы ну, коммунистической партии она неизбежна, они начнут так или иначе что-то делать, потому что по-моему, вчера же президент говорил о том, что да, парламент формирует правительство, да, парламент принимает законы, которые потом являются основой развития страны. И если парламент начнет принимать нормальные законы, в том числе и отменит законы репрессивные, значит, страна пойдет по другому пути развития. Значит, а что, Путин фальсифицирует выборы по всей территории Российской Федерации? Ну, то есть вы не согласны с тем, что система российская, она путиноцентрична? Я вам так скажу. Мы все время пытаемся сказать, что кто-то виноват, а мы хорошие. Вот я директор совхоза. Значит, у нас как все хорошо, так коллектив молодец. А как что-то плохо, так директор дурак. А может, все-таки нужно взять на себя часть ответственности? Потому что кто-то же сидит на диване и не идет на выборы. Кто-то берет и переписывает протокол.
кто-то прикрывает бандита, который, значит, украл голоса. И вся система завязана, что у нас на одном человеке. Ну, вот я ваше мнение спрашиваю. Ну, я и говорю, что на самом деле от активности граждан очень много зависит. То есть все изменит выборы? Конечно, нет. Честные выборы и выборы, которые привлекут очень много честными людей. Честными сами по себе не могут стать? Подождите, ну если придет там 80% населения. Да. Да. Ну как вы их фальсифицируете, эти выборы? То есть замучаетесь, как говорил президент, пыль глотать. Потому что это уже невозможно будет сделать по определению. И сколько бы ни хотели, все равно можно абсолютно законным путем изменить ход истории. Я уверен. Вот. Только надо быть более активными. Какова ваша роль в социалистической России будущего? Вот видите, какой прекрасный совхоз мы построили. Угу. Мы не дали разворовать это все. Наши дети и наши внуки будут гордиться тем, что мы делали на протяжении вот этих вот тяжелых очень для бизнеса и для вообще России лет. Мы такой островок, как социального оптимизма, да, и все хотят приехать жить в совхоз. Куда бы я ни приехал, и, кстати, очень много вот этих разговоров, что вот, вам, люди вам не верят, вы не представляете, какое количество людей там в аэропортах, на встречах, просто вот на улицах подходит и говорит, что мы с вами, мы за вас. Угу. Вот. И мы внушаем уверенность в завтрашний день. Уверенность в завтрашнем дне – это то, чего не хватает нашей стране. И молодежи особенно. Потому что если была уверенность в завтрашнем дне, в светлом будущем страны, то никто бы не собирался уезжать за границу. А нам нужно, наоборот, сделать так, чтобы все хотели приехать к нам. Вот мы сделали так, что все хотят приехать на работу в совхоз имени Ленина. А если мы сделаем все правильно, значит, в Россию будут хотеть приехать не только там люди из среднеазиатских республик, а вообще из всех стран. Ну, почему? Потому что у нас лучшее будет образование, лучшее здравоохранение. Поэтому вот мы сейчас, как один из элементов, который Геннадий Зюганов говорит, что вот видите, вот это вот народные предприятия, на них нужно равняться. Вот мы такой эталон своего рода. Поэтому я думаю, что мы на правильном пути. Может быть, за это мы и получаем оплеухи от власти или там, значит, попытку нас уничтожить. Но наше дело правое, поэтому победа вот, кстати, будет за нами. Про оплеухи, ну, тоже не могу не спросить. Максим Шевченко, я правильно понимаю, ваш такой товарищ? Да. В прошлом, по крайней мере. Почему в прошлом? И сейчас тоже. Сейчас дружим, да. Вчера, по крайней мере, в эфире «Дождя», в вечернем выпуске новостей, или в дневном, не помню точно, он говорил, что вот эти все оплеухи в адрес КПРФ, это все такой сценарий администрации президента, чтобы внешне создать образ оппозиционной партии. Нет, это абсолютно неправильно. Я считаю, ну, мы хоть и с ним друзья, но мы, у нас разные мнения на эту тему. Я считаю, что это как раз попытка на будущее объяснить, как будто бы, почему люди проголосовали якобы за Единую Россию. Все, что они сейчас делают, и вот эти вот 10 тысяч рублей подачки и все остальное, это только потом, чтобы объяснить, что мы вот так вот фальсифицировали выборы, но это похоже на правду, потому что, ну, КПРФ залили грязью, ну, там деньги дали пенсионерам, поэтому люди поверили. Нет. Разговаривая с простыми людьми, ты видишь, что люди не верят в эти подачки, уже хотят изменения, структурного изменения вообще, не только экономики, но и вообще жизни в стране. И я понимаю так, что, конечно, многим хотелось бы выдать желаемое за действительное, но КПРФ доказала, что она системная, серьезная оппозиция. Не играет в оппозицию, а оппозиция, потому что гораздо проще было бы поддержать поправку Конституции, сделать вид, что, значит, боремся с пенсионной реформой, но не выводить людей на митинги, как это делали другие так называемые системные партии. А она последовательно голосует за, против бюджетов, которые считают абсолютно неправильными, против правительства, членов правительства, против пенсионной реформы, против поправок в Конституцию. Это единственная политическая сила, которая реально оппозиционная. Ну вот в ответ, опять же, Сергей Митрохин вам бы сказал за расширение полномочий Росгвардии, за первоначальный закон об иноагентах и прочее. Слушайте, ну вот эти все, знаете как... Ну как раз, чтобы снизить немного градус. Есть какие-то вещи, они не являются системными, то есть серьезными. Да. Можно сказать, что при определенных условиях может быть большинство в партии, оно принимает решение большинством, голосует не так, ну, потому что большинство так решило. И есть системные ошибки. Вы можете там сказать: Митрохин, а ты-то ровно 20 лет назад вообще-то голосовал за то, чтобы Путин стал президентом, да?
Ну да, в какой-то определенный момент, в определенных условиях принимаются какие-то, скажем так, решения, которые, может быть, потом вам кажутся неправильными. Потом. Угу. Знаете, вот фраза одного персонажа, что все были такие умные, как моя жена потом. Значит, вот легко судить о чем-то, когда ты особенно не участником процесса не являешься. Поэтому тут другая есть вещь. Есть какие-то вещи не серьезные, ну там не системные, а системные вещи. Поэтому в системных вещах КПРФ всегда голосовала за народ, за людей. Хочу вернуться, вы, мне кажется, не ответили на мой вопрос, задам более прямо. В 2024 году хотите идти на выборы? А что, вы думаете, это от желания человека зависит? Ну, у вас есть такие амбиции? Нет, у меня есть только одно – понимание того, что этот вопрос будет решаться съездом Коммунистической партии Российской Федерации. Нет, и вам бы хотелось? Что такое хотелось, не хотелось? Тут же другая история. Вы же не безвольный человек. Нет, я прекрасно понимаю, что надо что-то поменять в этой стране, в нашей стране. Вот. И что это нужно сделать именно с КПР. А вот кого КПР будет выдвигать, вот тех мы будем поддерживать. И если вы помните 2018 год, там же была другая история. Там была история, когда КПРФ вместе с национально-патриотическими силами, у них было 5 кандидатов, и выбирали одного из 5. И путем решения президиума, потом ЦК, Центрального комитета, а потом уже и съезда, приняли решение, что это буду я. Хотя до последнего момента кандидатов было там 5. Вот. Кого будет выдвигать КПРФ, а вы знаете, там куча всяких молодых, очень перспективных политиков, я их могу там пальцем двух рук не хватит, чтобы пересчитать их всех. Вот. А потом это еще и коалиция. Тут надо понимать, что в этом участвуют, ну, там, Левый фронт, национально-патриотические силы, там, допустим, теперь движение Платошкина, значит, оно тоже имеет место быть. Поэтому придет время, и съезд решит, кто будет выдвигаться.